В 2022 году в Баку пройдет Международный конгресс астронавтики. Право на проведение этого престижного мероприятия столица получила на выборах, состоявшихся в Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в столице США, в Вашингтоне. Среди городов-кандидатов были Сингапур, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели. В этом году на Международном конгрессе астронавтики Азербайджан был представлен большой делегацией. В качестве юных послов в Международном конгрессе приняли участие отличившиеся своей активностью и знаниями студенты 6 высших учебных заведений Азербайджана. Конгресс, наряду с тем, что продемонстрирует всему миру историко-культурные традиции, мультикультуральные ценности и туристический потенциал страны, также имеет важное значение с точки зрения доведения до всего мира реалий Азербайджана. Республика впервые примет глобальный конгресс, который соберет более 6000 представителей космической отрасли. В ходе конгресса участники получат возможность ознакомиться с актуальными трендами сферы космонавтики, а также с самыми последними инновациями.